у нас приятные новости. Начинается особенная праздничная неделя. По традиции, в конце августа мы дарим подарки нашим художникам, тем, кто с нами творит, пишет картины и повышает свое мастерство. И у нас для этого есть несколько поводов. Итак, по порядку. Шесть лет назад, 23 августа, в день годовщины нашей свадьбы, а мы с мужем уже более четверти века вместе, мы провели первое онлайн-занятие по написанию картины. С тех пор наша жизнь кардинально поменялась. Все онлайн-проекты придумываем, организовываем и проводим вместе. Сразу после этого важного события ⁇ мой день рождения. И еще значимый день для нашей семьи. Восемь лет назад мы с мужем приняли решение открыть свою художественную студию. И 31 августа был проведен первый мастер-класс по живописи для взрослых в Екатеринбурге. За это время мы познакомились с огромным количеством интересных, талантливых, позитивных людей, как лично, так и через онлайн. Все вы в большинстве своем взрослые, состоявшиеся люди. Я восхищаюсь вашей смелостью открывать для себя новые стороны жизни и целеустремленно идти к своей мечте и цели, стремлению обучиться чему-то новому, познать этот мир. Ваши результаты вдохновляют и меня на новые идеи, Каждая встреча ⁇ это новая история жизни. Я благодарю всех, с кем свела меня жизнь на пути творчества. Ваши успехи и победы ⁇ это и наши успехи. В этом году несколько моих учениц участвовали в международных конкурсах и заняли призовые места, вступили в союз русских художников. Горжусь вами теперь подарки и приятности. Началась распродажа видеоуроков. Ваши любимые мастер-классы по очень приятной цене уже ждут вас в скидке более 70%. При написании каждой картины очень много информации о техниках, приемах, которые облегчат вам работу над сюжетом. Приглашаю творить и писать картины вместе, повышая уровень мастерства. Переходите по ссылке и выбирайте то, что душе нравится.